Тебе деревенька большая и маленькая, кто внимает твоим стонам и мольбам, кто слышит твой негромкий голос, тебя, уставшую от безденежья и непонятных, а потому неумных на твой взгляд законов. Как мелодично имя твое: Малиновка, Наумовка, Сарафановка. Сколько таких, как ты, оставленных и сохраненных, давших жизнь и не дождавшихся нас обратно. В Красную Горку привез нас глава Тегульдетского района Валерий Алексеевич Красов. Сватая поехать именно туда, говорил, что там люди живут, потому что трудолюбивы, потому что директор местного хозяйства человек разумный, потому что толковая у поселка глава. Ну как тут было не посмотреть, что за горка такая и почему она красная? Может, вы знаете, почему Красную Горку Красной Горкой называют? А тут, видишь, поселились, это мне отец рассказывал, что раньше же красные были и белые, но вот кто-то из красных здесь вперед поселился. И вот как красный, красный, так Красной Горкой. А поскольку в то время там на той стороне была в основном улица, она на горе. Вот и красная это по красным, а горка потому что на горе. А вот это... Такой версии о названии, честно говоря, услышать никак не ожидали. Но Таисия Павловна Царева, старейшина поселка, и здесь с самого рождения живет. Ну, если бы не любила, я бы не жила тут. Уехала бы. Конечно. Ну как вы хотите. Ну, тут родилась я, каждый кустик свой, и каждая тропка своя, и в лес, например, или куда пошел, ведь везде, всюду все знаешь. И я работала и рыбачила год с рыбаками в колхозе, а потом почти 8 лет мешки таскала за год зерна. Вот. А потом после за год зерна с 54-го года и по 78-й год проработал в отделении связи. В деревне Путной работают все от мала до велика. Так уж истори повелось. Красная Горка своего трудолюбия и доселе не растеряла. Закрытое акционерное общество «Таежное» – такое название носит сегодня бывший местный совхоз – застрявшую перестройку сельскохозяйственной отрасли вкусил по полной программе. Но и сегодня в районе на добром счету. Работников 58. Для поселка, где население всего 353 человека, крупное предприятие. Поголовье КРС 270. Из них 116 дойных коров. На каждую 2900 молока приходится. Не рекорд. Но при местной оторванности и отдаленности переработку свою имеют. Топленое масло на губернаторском рынке – продукт из Красной Горки. Ферму, что 6 лет стояла в полуготовности, в 98-м году достроили. Ну, кажется, сметанку, мне кажется, любите. Даже утречком. Сметанку, колбаску. Да? Колбаску нет, а сметанку. Ну, сметанку, да. Ну, конечно, хоть борщ, хоть щи, хоть что-нибудь. Надо добавить. А ее же надо... поднять 3 года, 4, пока отелится, пока что будет у нас. Потом только переработать. А это тоже силы уход. Строили-то поди правдами и неправдами. Конечно. Ну вот они и строили. Да тут не всем толпотом строили. Всем миром. Сами руками и строили. Как у нас говорится, какие времена-то были. Привезенных. Половину бросили, потом начали сами делать. Руками и пилить.
и все, и устраивать. Всегда жили, что только на себя надеялись. Потому что по полгода дороги нет. Всю жизнь в поселке жили здесь, что надеялись только на себя. Кто надеялся на то, что откуда-то кто-то поможет, тот, наверное, не выжил. А кто на себя надеялся и выжил, сейчас вот помогать стали администрации последние годы. Районы, область, сейчас и дотации пошли, и все прочее, да, на молочные продукты. Ну, а тогда вот я думаю, что трудолюбие людей вот, и надежда на свои силы только помогу выжить. Так, наверное. Люди за работу здесь держатся. Пусть и невелика зарплата, 1700 средняя. Но, во-первых, это живые деньги. Во-вторых, каждому своему работнику хозяйство оказывает за год услуг на 5000 рублей, стимулируя таким образом собственное подворье каждой семьи. Ну ладно, совхоз у нас закроется, у нас ребятишки, дети всех, надо же понимать, одевать. Но поедь в город, надо же и прописку иметь, а прописку бесполезно, и работу надо найти. А работы не будет, это что, все? Поэтому и держите, да? Потому что и надо, потому что куда деваться? Уже кинуться туда, а кто тебя там где ждет, работу дадут. Этого не будет никогда. Да, лучше-то сейчас трудно. Сейчас тем более все платное у нас. Хоть и ребятишек нужно вырасти. Туда поступил, там плати, тут плати, везде. Только деньги давай. А где их столько ты возьмешь? Тем более здесь. А здесь хоть ты свое хозяйство держишь, хоть дом маленько что-то. Ну учить-то будет здесь все равно? Ну конечно надо. Как не надо. Главная проблема Красной Горки так близка многим деревням – бездорожье. Александр Николаевич Санько, директор Таежного, считает, что к своим полям они вернутся, если будет дорога. Иначе смысла нет, тебе дороже. С кормами же для скотины управляются сами. Еще лесопилка есть. Хоть и лесосырьевая база не богатая, но для своих нужд. И на продажу чуток кубов 200 в год. Пилят. Красавица. Красная Горка ваша дружная деревня? Очень дружная. Даже очень. У нас там и спокойная деревня. Мы живем на Титовке, не в Красной. Красная Горка там. Почему спокойная? За речкой. Ну у нас никак, ни драк, ничего такого не бывает в деревне, если пьют. Конечно. Ну там бывает там иногда мордобой и все. Много морды набили, да и все. Ну крупных-то нету. Гостиницы в поселке, сами понимаете, нет. Откуда ей здесь взяться? Но от голоду и холоду в Красной Горке еще никто из приезжих не пропал. Вот и нас по домам разобрали. Галина Степановна Шапкина – глава местной администрации. Ее муж Геннадий – водитель. Живут сегодня вдвоем. Старший сын в городе, там семья, работа. Младшая Аленка в родительском доме теперь тоже только гость. Она студентка педагогического. По-разному живешь. В деревне по-разному живешь. Весело, грустно. Когда дети-то, наверное, в деревне рождаются. Это радость. Это радость. У нас вот 2001 год ни одного ребенка не родилось. Это было катастрофически, конечно. Вот 2002, 2003, уже пошли роды, и мы уже смотрим на 2004, уже у нас беременные женщины есть. И у нас вроде рождается больше, чем уходит. Радостно, конечно. И когда молодежь остается, когда семьи создаются, по-другому все. Конечно, когда было хозяйство побольше, молодежь, парни с армии приходили, все оставались здесь. Девчата приезжали в школу, молодые педагоги, семьи создавались, детский сад был большой, приезжали воспитатели. Тоже семья создастся, останется, а вот уже то поколение подросло. А как вы думаете, возродятся такие времена в Красной Горке, вернутся? Хотелось бы. В деревне раннее и будто бы прописанное четким порядком дел и забот. В большинстве 128 дворов Красной Горки оно начинается с гула печи, звона подойника, радостного мычания и хрюканья живности. Галине Степановне, как и всем, надо до работы успеть управиться по хозяйству. Нет, потому что у нас же все-таки хозяйство. Надо, чтобы вода теплая была на полицах. Хозяйство-то большое держите? Две коровы. Два поросенка, овечка,
ягненочком. А что, хозяйке деревни тоже по-другому нельзя? А это привычка, наверное. Родители так, мне так. А тем более щука. Ну как в деревне? Тяжело. Особенно, когда в колхозе вот работаешь. Зарплата маленькая. Способное хозяйство надо не только то, чтобы прокормиться, но еще продать. Ты держишь? Опа. И деньги немного получаю. Ну, а как это хозяйство следить или держать, и никак не можем это бросить. Еще другая стайка есть. Да? Конечно. В маленьком поселке любое новшество – событие. Хорошее событие вдвойне. С начала января 4 раза в неделю в 7:25 утра из Красной Горки отправляется автобус. Дважды в Томск, дважды в Тегульде. Это радость для поселка. Позади дорожные проблемы. И все же каждый день сомневаются. А сегодня-то будет автобус? Не отменят? Как ни рано просыпается деревня, все же первыми окна пекарей зажигаются. Им опару поставить надо, да и как любому деревенскому по хозяйству управиться, а потом вновь на работу. Жизнь? А что жизнь, как у всех, кто в горке живет? А что добрый народ у нас здесь? Говорят, практически не закрываетесь, да и спокойно. Нет, не закрываемся, даже это правда. Я на окраине вообще живу, и она на окраине. И не закрываемся, потому что у нас честный образ будет. А когда дети вот вечерком пошли там куда в клуб, на дискотеку, вот так погулять, тоже не волнуетесь? Нет. Нет, у нас все такое. У нас очень спокойная деревня. У нас, правда, у меня дети уже все выросли. Никаких случаев таких не было. Семеро детей, все взрослые. А семьи большие в основном? Да, в основном большие, многодетные все семьи. И по одному ребенку, конечно, никого нет. Двое. Хлеба в поселковой пекарне выпекают по 100 буханок в день. На выходной 2 замеса делают. Качество отменное. А по-другому здесь и нельзя. Как не стараться, если с каждым своим потребителем лично знаком? Что такое? Помер. А зачем? Мы знакомились с деревней, деревня знакомилась с нами. Для этого малыша телевизионная камера в диковинку. Директор же таежного пошутил. Что-то вы к нам зачастили. Вспомнив, что последний раз телевидение в горку приезжало 14 лет назад. Коснулась Красной Горки и оптимизация. В здании школы теперь разместились еще и администрация, и ФАП. Ой, вы знаете, я же здесь родилась и выросла, как бы, и сюда вернулась. Вот Валерий Алексеевич сейчас сказал, он же меня сюда как бы и привез. Вот. И сказал, будешь здесь, кому-то надо на селе. Ну вот я и здесь. От меня зависит. Я понимаю, что вот или мне надо что-то сейчас сделать, или все. Тут уже не надо. Помощь не понадобится. Не скажешь, что помоги Господи. Тут уже нужно именно помогать человеку. Тут я работаю 15 лет ровно нынче. У меня 14 детей бегают, моих крестников здесь. Школа девятилетка. Строили сами. Все руку приложили, и учителя, и родители, и ребятишки старшие. В новое здание вошли 11 декабря 1987 года. С той поры этот день для школы всегда именинный. Поскольку школа небольшая, всего 43 ученика, то праздничные мероприятия для всех одним разом идут. Это и труднее, и легче.
Фабрика звезд своя работала, КВНом счет потеряли. А еще фольклорный праздник, инсценированные уроки. На школьное веселье чуть не вся деревня собирается. Одна беда – нет в школе своего музыкального работника. Правда, клубный никогда не отказывает. Горячие обеды в школе получают все ребятишки. Большинство – бесплатно. При обсуждении небогатого районного бюджета – это статья расходов. Бесспорно. Ну, надо, надо. На воде, во-первых, солнечный свет. Вот кипеть. Нет, так, сами смотрим в окуляр. Ярослава Мироновна Федорова – старейший учитель Красной Горки. Биологии и химии почитай весь поселок учила. Всего же из 11 педагогов сегодня трое свои выпускники. Но кадровая проблема стоит очень остро. Стареют учителя. А местные девчонки и пацаны хоть и поступают в педагогический, да и на практику приезжают. А вот учительствовать в Горку не рвутся. Здравствуйте. Здравствуйте. Поймали что-нибудь? Чувачком. Ау. Сетюшка стояла и ни хрена. Сетюшку. Ух, нету рыбы. Днем, кто на производстве не занят, промышляет чем может. Впрочем, зима для этого не лучшее время. Летом для многих семей дикоросы, ягода, шишка, гриб – хорошее подспорье. Кстати, и нас летом обязательно приехать приглашали. Говорят, тогда Красная Горка особенно хороша. А вот как-то так вот все переплелось, да, вот ваше предприятие и власть, и все вот как бы вот как едино. Не переплелось, потому что давно пошло, раньше одна же форма собственности была, советская, социалистическая, то есть был совхоз, она государственная собственность, все предприятия, в общем-то, бюджет, там разные статьи бюджета были. У нас как бы по традиции это осталось, хоть и пошла приватизация, вроде бы и коммерческое, и коллективное предприятие создали, но социальная сфера на предприятии осталась коллективным. И она, в общем-то, переход трансформировалась, вот, наверное, десятилетия, если не больше. То есть и расчистка дорог, и оказание ритуальных услуг, там, скажем, доставка пассажиров или детей в школу, в больницу, это, в общем-то, оставалось как бы на коммерческом предприятии. Ну, вот все равно здесь было. И власть, в общем-то, не то, что компенсировала затраты, а первоначально, как бы, ну, есть возможность у кредита, скажем, на муку какой-нибудь, там, муки даст или еще что-то горючее чуть-чуть выделит. Когда ничего просто на затраты ложилось. А сейчас постепенно переходит к тому, что, в общем-то, законодательство меняется, и уже бюджет районный предусматривает и содержание паромных переправ, и благоустроительные работы все и так далее. То есть по шажочку, но все-таки... Да, мы переходим, то есть каждый разделяет, получает свое, мы свою работу делаем, то есть переходим к основной своей работе, производство молока, мяса там и так далее, реализация дров для населения по субсидиям. А государство свою функцию начинает все более и более активно выполнять. Много приходится решать каких-то таких вопросов, которые и решить вроде не можешь, потому что не от тебя зависит. Бывает. Здесь ты за всех. И за судью, и за прокурора, и за подсудимого. За всех отвечаешь. За каждого. И роды принимаешь, бежим с фельдшером. И на домашние разборки бежим, где хулиганит муж. Идешь под ружьем, стоишь другой раз. Все бывает. Идешь вечером домой, думаешь, только вот одна мечта, чтобы сегодня ночь прошла нормально, что никто не постучал, ни у кого ничего не случилось. И на работу приходишь, и так вот сразу прислушиваешься в деревне как. Тихо, значит, все хорошо. О чем больше всего голова болит? Ну, в общем-то, основное я не сказал бы, что вот такие вот периодические боли. В общем-то, более-менее планово. Бывает, что, ну, скажем, если... перепады в погоде, морозы, еще что-то, то, конечно, вот сложности бывают, что как бы там чего-то не замерзло на ферме, если зимой. Вот. Если летом дождливая погода, то как вот производство. Но это не такая уж больше, скажем, нерешаемая. Просто ну, разные подходы к решению. То есть, если тепло, так и не надо греть. Да? А если холодно, надо печку затопить. В общем-то, при правильном подходе здесь сильно не болит. Основные все-таки вопросы, когда начинает болеть голова, это вот когда начинаю считать деньги, что надо бы повысить заработную плату и каким-то образом понизить бы налоги. Вот от этого болит голова постоянно. Тут, хочешь, не хочешь, то это вот
Это взаимосвязано, к сожалению. Чем больше заработной платы, тем тут сразу больше налогов. И получается, что вот с одной стороны надо ее повышать, потому что уровень жизни надо повышать, а с другой стороны вот это налоговое бремя все равно давит. И либо надо как-то прятать налогов, что, в общем-то, никому не хочется ходить потом где-то под острием ножа или еще чего-то, вот так бы, да, рисковать. И вот, ну, вот болит голова, как бы найти законные методы, вот, уравновешивание вот этих двух позиций, то есть и повысить заработную плату, доходы населения, и в то же время, как бы, не обманывать государство и не подставлять себя в этом плане. Вот это основная, наверное, проблема для руководителя в любой сфере деятельности, я думаю, сейчас, хоть как. Может быть, я ошибаюсь, но для меня, в общем-то, это важно. Трудно, вот, когда ты не можешь человеку помочь. Вот это совсем трудно. Сегодня вот мне сказали, что субсидии по-другому рассчитываются. Я успокоиться не могу, а я уже заявление набрала их на январь. Как вот им мне сказать, вот придут они, что вам вот без этих документов субсидий не будет, а этих документов у нас нельзя взять. Вот это очень трудно. Отказать человеку, где ты не можешь помочь, это вообще очень тяжело. А когда даже мелочь поможешь, а если такую проблему решишь уже большую, вот это радостно и хорошо, и легко. Приходишь домой с легким настроением. Считаешь, что ты поработал добросовестно. А вот трудно отказывать людям. Вроде бы не по твоей причине, но... На любой праздник все собираются в клуб. Съезжаются дети, что учатся или работают в городе, и веселье вовсю идет. А как поют их парни, об этом каждый говорил. Вот только услышать их нам не довелось. В день, когда гостили мы в Красной Горке, прощалась она с последним своим ветераном Великой Отечественной, Иваном Васильевичем Федоровым. Не до песен было в деревне. Уходят старики. Но, слава Богу, рождаются дети. Живет поселок с ярким названием. И не найдя конкретного ответа у местных, мы сами пришли к простому, но такому очевидному выводу. Красная Горка означает красивая. И, наверное, не столько из-за прелести окрестностей, а потому, что здесь живут красивые душой люди. А о чем вы мечтаете? Вот так вот прям. Вот я извиняюсь, чтобы вот у нас дорога была в первую очередь. На сегодняшний день дорога будет, чтобы молодежь вернулась. Молодежь вернется, веселее нам будет. И мы будем со спокойной душой уйдем на пенсию, чтобы передали хорошие руки, чтобы возвращалась молодежь на село. И чтобы наше хозяйство процветало, Александр Николаевич, чтобы его успехов, чтобы он нам, нас не бросал. Пойдем. Пойдем.